Всем привет! Новый влог начинаю. Это продолжение истории нашего отпуска. Сделала вставочку из концовки прошлого видео, но это уже совершенно новый влог, поэтому присаживайтесь поудобнее, будет очень много интересного. Даже запишу, чтобы... В нашем корпусе крытый бассейн, хамам, финская сауна. Работают с 8 утра до 9:30 вечера. На лифте на второй этаж, налево до конца по коридору. То есть вы с 7 этажа в халате, в тапочках можете спуститься. При себе карточки от полотенец имеете. Также еще один небольшой бассейн, хамам, финская сауна, есть в корпусе спа. По территории круглосуточно курсирует электромобиль, поэтому можно его вызывать, отсканировав QR-код через Telegram, просто пишите, куда подать машину, машина подъезжает. Или к нам спускаетесь, мы вызываем вам машину. По поводу питания. Завтрак и ужин, и время указано в карте гостя. Проходят они на территории нашего отеля. Центральный бассейн, рядышком ресторан «Море». Если по парковой зоне, с этой стороны на лифте, на 5-й этаж... Так, мы живем здесь. Да. А завтрак, ужин здесь? У нас у всех, да, у нас один ресторан на территории, где проходят завтраки, и все гости с территории собираются в этом ресторане. Отсюда до сюда на 5-7 минут по парковой зоне либо или заказать на электромобиле. Да? Ну, мы же прогуляемся. На первый раз можно проехать, обратно уже прогуляться, кстати, да, посмотреть, лучше проехать, потому что мы вообще не поймем, мы заблудимся. Смотри, территория большая. Сколько? 7 гектаров у нас территория, очень большая. Да, да, да. А до пляжа море вот... Напротив нас один пляж. Вот сразу выходите через дорогу и немножечко сколько дальше с соломенными... А? До пляжа сколько? Да. Вот сразу. Да вот же сразу, на первый. Да? Ты что, ты... Вот выходите и прям через дорогу. Ничего. Сразу. Оно уже темно. Да, да, да. Я еще ничего не понимаю. И второй пляж немножечко дальше, соломенные крыши. Там есть бар на пляже, поэтому, в принципе, будет... Они работают с 8 утра тоже. Также полотенце там выдают. На сайт зайдем, почитаем еще. Это же на сайте есть все. Ну, в принципе, основная информация. Ну, мне вот как бы так проще. Главный инструктор. Поэтому карту тоже возьмите с собой. Да, обязательно, конечно. Да, и вот у нас будет проходить тоже такой, можно ознакомиться. Гастроужин в ресторане Дорадо. 19-го. Это здесь у нас Дорадо? Да, ресторан Дорадо. Выходите буквально 100 метров по левую сторону. Так, а вообще здесь есть какие-то клиника, а центр, а это не аптека, да? Клиника у нас работает с 8 утра до 8 вечера. Также есть, если единственное обезболивающее, я могу вам сейчас предложить, выходите, вот следующая дверь, там медсестра. Если, может, интересно, у нее есть какие-то обезболивающие, можно... Ну, она есть, но я это хотела... Ну, ладно, сейчас разберемся, я поняла. Медсестра до скольки работает? Ну, она как бы постоянно здесь. А, все. Да, да, да. Так, или с номера все... наберете, так... Ну, мне нравится, зачем? Можно посмотреть, что-то выбрать. Сейчас... Давай делаем рум-тур от себя. Тут написано от себя. Внутрь надо. Слушай, так. Ой. Потому что от себя обычно. Ну да. А ну включай свет. Подожди, куда карту тут вставлять? Позвони на ресепшн. Достаточно большой номер. О. Подожди. Пока еще чисто. Такая вот обстановка. У нас французский балкон. Это балкон. Панорамный вид. Будет так, я ставлю сразу вещи. Панорамный вид. Блин, мне прям что-то страшновато на него заходить. О, блин, такая ручка большая. Да подожди. А как его открывать? Туда тоже, что ли, от себя? Вот, а, право. Все. Слушай, ну подожди, помоги мне. Тихо, подожди, стой. Вот так вот раз. Очень раз. Ну да. А, вот так. Ну, он наоборот открыл. О, да, я уже мечтаю здесь проснуться. Слышишь море? Это у нас собственный пляж. Короче, огромный отель. О, даже облака на небе чуть видно. Классно. Нам принесли вещи. Прям вот все так принесли. Все забрали тебе. Мужчина говорит на этом электрофаре.
ничего не трогать, я все сам довезу. Здесь такие халатики. Сейчас посмотрим, какая у нас тут душевая. Ну, в принципе, все такое современное. А прикол в том, что, видите, из душевой можно смотреть прям в спальню. И также из спальни можно смотреть в душевую. Здесь всякие мыльные принадлежности. Здесь тоже. Все новенькое, такое чистенькое. Прям мне нравится. Пахнет. Классно. О, надо умываться срочно. Я довольна. Ура! Наконец-таки долгожданный отпуск. Классное зеркало. Оно сенсорное. Должно быть само это отключаться. Я открываю, а это такая картина. Синь. Носки, трусы даже мне положил кто-то. Да ладно, что ты прикалываешься? Нужно это освещение менять. Прикольно. Ну там видел? Доброе утро. Я уже проснулась. А этот звук шума моря просто космос. Я такая подхожу, смотрю. А там уже люди бывают, вот эти маленькие головешки. Думаю, о бой, там тоже что-то. Сейчас 8 утра. Мы сейчас пойдем на завтрак. Выход на территорию отеля. Теперь... Вау! Просто! Ну ладно, мы потом туда еще подойдем, посмотрим. Вид, наверное, здесь космос. А ну, Зай, давай вот это посмотрим. Давай, давай. О, там бассейны. По лифтам, да, здесь вообще просто... Просто какой-то космос. Я прям разговариваю, у меня в носу, во рту вот эти вот шишечки, запах. Даже кажется, вот не только насыщенный, концентрированный воздух, что действительно прям это вот вкус этого у меня всего во рту. Так, второй корпус или какой-то корпус. Понятно, да, да. Красота. Ой, прелесть просто. Блин, ну что это? Слушай, ну это вообще какой-то ужас. У меня действительно тоже сейчас все будет грязное. Как-то там карту нарисовали. Да, на парапет. Слушай, ну мы точно не туда пошли. Кошмар. Через кусты. Прям. Ой-ой-ой-ой-ой. Вообще, как все это было зря. Блин. Да, да, да. Почему мы сюда пошли? Да. Девушка говорит, мы спросили прохожих. Она говорит, возле часовни можно подняться. Это часовня? Вот часовня, да. Вот сюда. Пойдем, да. Возле часовни. Когда в первый раз тоже искали, перезаблудились. Кто? Кедр атласский. Атласский кедр какой-то. Вот он. Атласский. Воздух просто бомба. Я проснулась еще сыта, с непривычки сегодня. Опухшая. Еле колечко надела. Хорошая тренировочка с утра заряд. Да, можно было вызвать спорткар. Спорткар, электрокар, все его спорткаром называем. Можно было электрокар вызвать. О май гад, какая красота, посмотрите. Какой... А запах не писали. Запах вообще просто космос. Запах вот этого всего. Просто вот на этот газончик упасть и валяться.
Сейчас задох. Граффити, да, это ресторан. Ой, кактус, да, красивый. Красота вообще, боже мой. Все, заходим. Это точно он? Да, она сказала вам туда. Зай, пойдем. Вот так, граффити. Часовня. Кактус. Очень красиво, прям очень инстаграмное такое место. Я уже вижу там бассейн впереди. Алкоголь у нас тоже включен. Ух ты! Комплимент. Так, рыбка, колбаски. Угу. Вот так. Выпечка. Ой, выпечка прелестна просто. Пошли кушать. Еще инжир, кофе. Карликовый. Ага, надо взять. Так, о, кофе. Вообще запах прекрасный. Так, мне капучино или? Да, хорошо. Здесь... Да, конечно. Один. А. Салатов. Чего-то еще. Ой, я этот сыр люблю. Так, пюрешки. Йогурты. Ух ты, яйца перепелиные даже. Вы представляете? А здесь что? Ой, это манная, да, каша? Наверное. Бульон куриный. Так. Печеньки. На потолку. Вот такая красота. Завтраки. Бутерброды с... А, это яблоки запеченные. Вот это. Я так и думала, бутерброды. Это яблоки запеченные с творогом. Так. Много выпечки прям. Есть. Я вижу желтого-то рыбка в тарелочке. Это салат у нас с говядиной. Запеченная тыква. Вот здесь посерьезнее. Курочка или индейка, наверное. А, да, или куриное отварное. Красная рыбка, брокколи, блинчики. А, это омлет здесь. Смотрю, думаю, не поняла. С грибами, ой, что? Я прям хочу с грибами. Так, запеканка, да? Творожная, ну да, запеканка творожная. Омлет классический и сырники. Ну, бесконечно просто идешь, вот, все. Идешь и только, я не знаю, выбирать можно, что это все вот, на вид такое вкусненькое, пахнет космически. Ну и, конечно, на шведском столе ты хочешь все попробовать, глаза разбегаются. Ну, старались выбирать самое полезное такое, более-менее правильное. Салаты, рыбка, яичница. Все, конечно, хорошо. Мне так интересно, сколько я потом буду весить. Завтрак просто залетел на ура. Я так хотела рыбу. Я прям вчера посылала во Вселенную посыл этот, как запрос. Я хотела рыбы. Очень хотела. Я думала, что рыбу дадут на ужин. Но Вселенная быстрее моей реализовывает запрос. И у меня на завтрак много рыбы было. Очень классно все. Я еще не проснулась, поэтому может быть немножко не связанная речь. Сейчас заправляемся капучинкой.
А потом идем на море купаться. Ну и зайдем в номер, переоденемся и пойдем на пляж. Я готова на пляж. Переоделись. В общем, там вроде солнечно немного. Я намазалась СПФ. Посмотрим, что у нас там. Вроде лежаки, полотенца, все входит. Как бы, да? У нас все включено, поэтому не знаю. Взяла на всякий случай наши подстилки. Ну, у меня есть с собой подстилки пляжные. Чего ты так смотришь? У нас второй завтрак. Мы прогулялись, переоделись и решили подкрепиться еще капучино, инжир, сырок. Ну и фрукты мы возьмем с собой в пакетик. Кстати, здесь это не запрещено, все берут с собой. И даже на входе написано, что это не запрещается. Спасибо, пойдем. Последний ты? Давайте. Ой. Спустились из кафе нашего, идем на пляж. Как красиво здесь, уютненько, автономочка. Давай. Мы будем здесь лежать сейчас, загорать, купаться. Какая красота. Так мы сделали зонты. Большая тень, чтобы была. Вроде на небе облака, но все равно солнце. Я не хочу сгореть. Я тут уже камушки собираю потихоньку. Волна, конечно, нехилая. Я даже побаиваюсь плавать в таком шторме. Ну, не шторм, но все равно, мне кажется, надо попробовать, конечно. Ну да, вообще, волна, конечно, волна прям так же похуй. Видите, мы насколько отъехали оттуда. Опасненько. Это я заказал. Вообще реально получилось здесь. Вода теплая. Как я не хотела мочить волосы, все равно меня накрыло волной. Я теперь вот мокренькая. Ну ничего, на улице тепло, сейчас все высохнет. Такое ласковое солнышко, не такое, не палящее. Очень все комфортно. О, еще что-то оно из-за туч вышло. Это облачность легкая. Фух, сейчас подсохнет чуть-чуть и пойдем еще плавать. Катаемся на волнах вообще прям супер. Я так давно не была на море, я забыла, как это делается вообще на волнах. Вот это вот катание. Я так это немножко растерялась. И да. Ой, Лень, там вообще женщина лежит на спине на матрасе. А, не, она вообще не на матрасе, она просто на спине лежит и катается на волнах. Как ее волну не натрасит, она не захлебывается, вообще непонятно. Удивляюсь. Но это уже, наверное, это уровень, это level one просто. Level one. Я не знаю, как до этого уровня дойти. Я тут, блин, визжала на весь пляж, пока это зашла в воду. Мне она сначала казалась, что чуть холодной. О, да, вообще, конечно. Дошла волна. Да, мы, конечно, поспешили, потому что я говорю, где будем ложиться? Я такая, на первую линию, поближе к водичке. Ну вот, пожалуйста. Я уже айфон намочила, ну так, вовремя схватилась, все, поймала это и выдерла. А тапки, кстати, могло унести водой. Ой, смотри, волна даже дальше тапочек. Вот на вторую линию уже дошла.
покажу вам. Все. Надо, наверное, еще отъехать. Уже час дня. Ай, пойдем немножко погуляем по территории отеля. У нас здесь как-никак 16 гектаров территории отеля. Полежали мы на пляже. Ой, 3 часа. 3 часа в итоге. И я уже загорела. Даже. Какая прелесть у нас. Ежедневная уборка. В номерах мы пришли, нам уже все застелили. Сложили мы. Мы пришли посмотреть, какой у нас в отеле спортзал. Такая большая зона. Вход строго в сменной обуви. Мы решили разуться. Можно было надеть бахилы. Ну что это? Вроде не холодно. Решили посмотреть. Пройти. Так, может быть, вечером придем после ужина позаниматься. Мы уже сходили, еще разведали, где этот наш спа-центр. Там у нас хамам есть на территории, такой мини-зоопарк, фазан, тибетский ушастый. Так. Вон спа-зона, видишь? Синим брезентом накрыто. Да ну. Короче. Тут тоже вид должен быть, какой. С номеров. Да, да, с номера будет красивый вид. Вот они, сьюты, кстати, по 70 квадратов. Вот они. Вот они. Ну да. Отсюда вид на море. Почти никого нету. А что ж продали гостиницу, ребята? Я Лебедев продал. Ездит, смотрит. Короче, мы это, на электрокаре решили прокатиться. До Севастополя далеко? Посмотреть окрестные местности. Да, где-то километров. Приехали на смотровую. Смотрите, как здесь красиво. Вообще, да, да. Облака, они свое дело делают. Пейзаж намного краше. Да, ну это самая высокая точка нашего отеля. Вот это вот комплекс Сигарда, вы видите. Вот, вот это вот все, это набережная. Uh-huh. То есть там вот раньше вот туда вот корабли, корабли прогулочные. Подъезжали туда. Сейчас они прямо к берегу. Нормально, дядя, видимо. Скажи, ну, все, хорошо. Думайте по-другому, в жизни, у вас ничего не получится, бизнес, что вы далеки от этого, далеки. Ну, такие столики занесли, посмотреть. Либо для отдыхающих просто сдается. То есть я, если честно, предназначение не знаю. А цена хоть, не знаете? Цену нет. Сложно. Ну, я думаю, как в Москве, я как узнал, мясо на Москве. Катаемся по территории, нашли еще один бассейн. Прекрасная такая закрытая зона. Ой, здесь да. Фисташка растет, здесь гранат, поближе зелень. Арка согласия, где подписывали договорные, что соглашения? Ну, договорные отношения какие-то были, да, между Кучмой и Путиным. Нет, Путиным. Ну, я же Путин говорю, приезжал, да-да-да. Между президентом России. Да, да, да. Понятно. Вот. Кстати, мостик был там ответить. Он полу. Сейчас мы открываем. Сделали остановку. Посмотрим. Много растений, которые занесены в Красную книгу. Даже представляете? Едем дальше. Еще одна смотровая. Такая очень оригинальная. Сейчас посмотрим, что здесь. А вот это что такое? Здесь мне больше нравится. Красиво.
территории отеля 16 гектаров. Здесь, если вот без электрокара, наверное, можно было несколько дней все это изучать, осматривать. Ну, за один день это была бы, наверное, большая нагрузка для ножек. Сегодня небольшой шторм, кстати. А девушка сказала, что завтра будет сильнее. Мы этого не знали, конечно. Возможно, завтра будет нельзя, будет запрещено купаться в море. Девочка. Если честно, я так понял, что это арт-объект, типа игра в прятки. Мы думали, кому-то плохо, типа. Ну потом да, по тому мальчику. Это как будто этот, то есть, ну не знаю, кто это креативил здесь, как бы. Вот игра. Девочка, такое ощущение, что знание. Ну вот здесь вот можете почитать как раз игра Владимир Гри. Ну это вот автор вот так вот изобразил, вот так вот он увидел. Да, действительно, что он там курил, я не знаю. Корпус. Если посмотреть, у вас такой. А что это? Здесь номера спар. Корпус спа. Сейчас будем смотреть, что здесь. Смотри, щучий хвост. Мама будет смотреть влог, мам, смотри. Щучий хвост. И в такие же эти, как у тебя. Подожди, глянь. А вот это вот замиокулькас. Покер. О, этот тоже интересный цветок. Я забыла, как называется, мне нравится. О. Ну, бассейн такой небольшой, но очень симпатичный, да? Особенно прикольно то, что народу нету. Да, можно так это уединиться. Вообще. Классненько. Вау. Здесь пинская, короче, можно делать температуру, как по желанию. Здесь душевые и вон там. Угу. Можете зайти. Угу. Ой. О, классно. Большой такой. Уже классно вообще. Ну как всегда. Ой, шикарно вообще. Тут только храм и сам. Чем мы идем уже в ресторан? Ну ты попади такая красота. Вот смотрите, я такого никогда не видела. Кактусы с какими-то редисками на верхушках. Ну реально редиски, да, Дай? Похоже на редиску? Да, кушай. Попробуй, если ты хорошо, первый. Давай. Ты первый, я потом после тебя. Мы идем, а вот здесь вот наш бассейн. Смотрите, какая прелесть. Красивый вид сверху. Сейчас пойдем там разместимся. А, вот здесь вот как раз ресторан. Здесь под этими крышами. И здесь будет у нас ужин. Будем ждать уже с минуты на минуту. Скоро будет подача, скорее всего. Ну, такой спуск красивый. Прям каждый этаж спускаешься, и каждый раз какие-то новые красивые виды открываются. О, вот это мне нравится. Здесь мы сегодня завтракали, сейчас покажу вам. Это вот зона. Вот эти вот красивые лампы мне нравятся. Сейчас как раз никого нет, самое удачное время снимать. Все, мы только просто заехали, мы еще изучаем все, территорию осваиваем. Думаю, будет или не будет. Одеваться, купаться до ужина или нет. Я такая думаю, хоть бы на ужин были креветки. Пожалуйста. Креветки, овощи на мангале. Ну и куча там всего еще. Все.
все как я заказывала, да, да. Давай буду пробовать. Кудачка попробуем, да? За пахлавой, профитроли, тортики. О, чизкейк, что ли? Надо же. Здесь фрукты, дыня. Вот это, походу, очень вкусная дыня. Этот сорт я знаю. Не могу сказать, что скромный ужин. Честно, хочется попробовать все. И супчики, и рыбку, и креветки, и мясо. И, конечно же, все равно я стараюсь побольше брать салатов, свежих овощей. Поливаем, заправляем все это соусами, маслом оливковым. Кухня, конечно, очень понравилась. Все вкусное. Ну, большинство блюд очень вкусные. Очень понравились маринованные баклажаны. У меня мама готовит по такому рецепту. Я их прям ела каждый день. Вот так вот мы сидим, если что, вот прям у бассейна. Вообще. Какой интересный дизайн. Красиво. Очень интересно. Вот мне нравится, как это Санта-Барбара, да? Та-та-ра-та. Такая интересная штукатурка или шпаклевка. Ну, штукатурка, наверное. В общем, немножко это сделаем перерыв. Поужинали. Сейчас начнется какая-то шоу-программа. И этот анимация, там все дела. Господи, чуть не... Кто здесь? Потом мы хотели сходить в спа, на самом деле, но спа работает до 10, по-моему, у нас там хамам, вот эти вот бассейны. Интересно, сколько будет длиться эта анимация, успеем мы сегодня или нет. Короче, хочется по максимуму всего посмотреть, везде все попробовать, все сделать, как обычно. Это все all inclusive, это просто... Все такое вкусненькое. Я не знаю, блин, теперь приеду, буду точно идти в рощу бегать. Местный чай, пахлава.